Накануне ближе к 2 пополудни под Екатеринбургом в поселке Большой Исток сгорел, хоть и не дотла, большой частный дом с хитринкой, с цехом по производству пластиковых окон на 1-м этаже. Вероятно, на 2-м мансардном находились апартаменты хозяина дома двойного назначения. И такое соседство, как показалось нашим экспертам, больше походило на мелкий бизнес на пороховой бочке. До приезда пожарных расчетов из дома, похожего на цех, выскочили с 30 предположительно рабочих. К счастью, никого из этих 6 пламя не опалило, и едкого дыма никто из них надышаться не успел. Но пожарным пришлось немало потрудиться, чтобы пламя не перелетело на соседские дома на улице Народной Воли. Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Благодаря грамотным действиям удалось в кратчайшие сроки локализовать пожар и предотвратить его распространение на соседние здания и сооружения. На утушке домашнего цеха потрудились 37 бойцов пожарных расчетов и 11 единиц спецтехники. Через 2 часа после звонка в дежурную часть пожарища на площади 350 квадратов удалось взять в кольцо. Еще 1/4 часа спустя огонь погас, но разборы на частном подворье двойного назначения продолжались почти до 8 вечера. Искру, из которой адское пламя возгорелось, пока обнаружить не удалось. Но, вероятнее всего, в цехе домашнего базирования коротнула электропроводка. Не исключено, что после огненосного ЧП у инспекторов пожнадзора к цеховикам появятся вопросы, если, конечно, выяснится, что 2-й этаж и в самом деле был жилым.